Здравствуйте, добрый вечер, дорогие друзья, и вновь среда, 19:00 в прямом эфире на телеканале «Нова». Мы рады вас приветствовать от всей души на очередном тираже лотереи «Шарпона Лото» игры 6 из 36. Ассалому алейкум, азиз юртошляр, «Нова» музыка телеканалының қадырлый мухлифлары, хамкасыпым аткерлардык бүгін яны чаршамба, 19:00 тоғырдан-тоғыр эфирдамыз. Ва бүгінгі ютқылар тиражыда джамы 172 миллион 200 мин 600 сом пул маблағы ойналы өткенні сізлерге айтып отмақшымыз. Так и есть, дорогие друзья, денежные призы на общую сумму 172 миллиона 200 тысяч 600 сумма. Внимание! В частности, по первой категории сумма джекпота составляет 111 миллионов 175 тысяч 600 сумм. Не путать с общей суммой. Ха, ютхондарин бринчи категория СТС, мана хозер экраллер декор турьянингиздик, бриус он бар миллион бриус ятмаш бешми, олтис сум пульма блага ойна леде. Холиверсе, беште сонна топкиан ойн комбинация ларучу, ютхондарин и кинчи категория СДА, дигрма бар миллион, токус из олтмаш, токус мисон. Призовой фонд по третьей категории за 4 угаданных числа составляет 39 миллионов 56 тысяч. И сумма джекпота, малого джекпота специальной категории, который разыгрывается с помощью седьмого шара, 20 миллионов сумм. Хава, етінші болны шары аркалі ойналадыген, кичик джекпотта 20 миллион сом пуль маблағы бар. В случае, если победителей по какой-либо из категорий будет несколько, а бывает так, что бывает много, сумма призового фонда разделится поровну среди всех выигравших. А сейчас вашему вниманию хотим представить членов комиссии, которые внимательно будут строго следить за проведением розыгрыша. Итак, Шералиев Анвар Холиевич, начальник отдела Центрального аппарата Народного банка, председатель комиссии. Камилов Умид Нуреддинович, Халк банка маркези аппарата дебош мутахасис хайат азасы. А также Салихова Дельдора Махмуджановна, главный специалист телеканала «Нова», национальной телерадиокомпании, член комиссии. Бүгінгі ютқылар тиражы үчін ойын іштірокчілері томанедан 26 577 билет харит кілінген, ва оларды 122 052 ойын комбинациясы қайтатылгені маным қыламыз. Надо же, как радует, когда эти цифры такие вот прям массовые, значимые. Я передаю диск, где все эти цифры записаны, вся эта информация председателю комиссии все передает. Вы свидетели, мы свидетели. О чем мы хотим сказать, Камала? Давайте. Понимаете, мы на бордан 36 кечи болган барча рақамлар, ерек планларда намашет шапты, лататронды джайлашкен, азиз телетомашы билярсіз, хам дыққат білян разым салин, көріп чықиын. Бұны еса хакемлер хайат райсы, азолар, екі нафар башылу че, умумай, джади джамуа хамамыз көріп тұрпымыз. Біз еса пақат кені, азиз ойын іштіракчіларге, қадырлы юрташларымызге омад тілеген қалды, ойынды башлашымыз қалды. Все, есть волшебное слово, которое звучит как «Поехали!». Непривычно стоять здесь, мы с вами поменялись, и вот, ну, не суть. Главное, все, старт, да, очень скоро мы узнаем цифры, выигрышные цифры, и будем радоваться. Ходышында, Илхан, бугамызда манышында, чирали, пштырайндаги шарлар. Номер 32. Первый шар под номером 32. Бурин шар ракамы 32. Вот зачем было сейчас на персик говорить? Лекин шынығам айтып отшымыз кераки. Шар ранглары ой натижасыге умуман алоқасы юк. Второй шар под номером 14. Икин шар ракамы 14. Бу ранглар пақат кені бізнің, сізнің, көзіңгізні қуына түші үшін қолас. Да. И есть третий шар под номером 15. По порядку идем. А очень шар ракам он беш. Буквально несколько секунд. И есть четвертый шар, который определяет третью категорию под номером 1. Тортен шар ракам бер. Учинчи категория бойча голеблер анықланды. Один шанс. Брос, одна бро. Победа. Ха, нечто комбинация кенді біз біліп оламыз. Жүді чироли оқша чықылдейс. Есть пятый шар под номером 17, и это вторая категория. Бешін шар рақамы 17. Знаете, откуда я беру вдохновение? Малибу. Шестой шар под номером 2, и это первая категория.
Ва, джекпотны анықла беруучи, 6-ша рақамы, 2. Бізді енді кені томашы қылеоткен телеканалларының Nova каналге созылыген азиз юртошларымыз, сіз тоғырдан тоғыр эфирдасыз. Nova телеканалы арқалы Шарқона Латола 36-дан 6 ойнынын бүгін ені бір тиражыны біргелікті өткезе апымыз. Ва, ұш бұл латария хақыда сізге қызық болсы, онда іштірак етшіні істесенгіз, мархамат, Илхом әткен манзілларге мұраджат қылшыңгіз мүмкін. 3whb.uz, а также omatlato.uz, а также все филиалы Народного банка, а также USPaynet. Вы можете там зарегистрировать билеты и поиграть. Да? Добрый. Правильно я сказал? Топ-топ-топ. Ани енді натижаларге разум соламыз. 118-й тираж. И по первой категории количество выигрышных комбинаций 0. Ха. Бүгін кечким ғолып деп топылмады. Джекпот сумасы хечкімге насып етмады, лекен бізді кичик джекпот хан бар, оның үшін есі біз лототронны яны бір бар ішкі чырамыз, ба 7-інші бонус шарына анықылап оламыз. Продолжаем игру. Итак, бонусный шар. Согласитесь, непривычно. По-другому все кажется, когда какая-то деталь меняется. Я говорил про Малибу, да? Вот машина мне дает вдохновение. Весна, солнце. Вы, уважаемый коллега, да. Есть 7-й шар, и это номер 4. Ва, 7-й бонус шар рақамы 4. Біз рақамларыны тақырарлаймыз, азилерді қат қылин. 32, 14, 15, 1, 17, 2, 14. Проверяйте меня. 32, 14, 15, 1, 17, 2, а также бонусный шар под номером 4. Эти результаты переданы в Центральную систему Народного банка. Мы движемся. Да. Соня Лардансон, біз оны азиз ойн штрафчыларге тақдим етамыз. Унгече есе, яны сіз нафақат шарқын алату, балки Халық банкіні истальян лотереясы хақыды малуматыны. Телеграмдегі расми канал lotereya.uz манзылыдан алышынгіз мүмкін. Ва біз дойым эсілетамыз лотере билетлеріні, комбинацияларыны қайт еткен İngizde en son gide. Telefon rakamlar İngizde yazıp kaldırasız. Ve bana şu oyun biletlerini oyun tügegünge kadar yokatıp koymayın, taşlayıp yuvarmayın. Çünkü galip olgen İngiz hakkıdaki ilk malumat bana şu telefon rakamlar İngiz gelip düşerdi. И более того, билеты сначала пройдут специальную экспертизу на подлинность, а потом только, ну, я до этого момента навряд ли было, чтобы какие-то, блин, другие билеты предоставлялись. Но вот после экспертизы вам вручат именно ту сумму, которую вы выиграли. Стоп каблучков, и у нас есть результаты. Рахмат, Дурдоны Хон. Біз есе назар соламыз қаны. Бүгін махсус категория бойынша ғолыблар анықланды мы. Итак, специальные категории, количество выигрышных комбинаций. Сегодня мне с этой цифрой везет 0. Ха, бүгін вақсыз категория бойынша хам, кечкім ғолып болмады, лекен бізді. Үшінші категория бойынша бір қанчы комбинациялар бар ғолып деп топылген, оларының саниесі 673-ті, ва бітті комбинация үшін ютуқ мұқдары 58033 сомны ташкил етті. По второй категории количество выигрышных комбинаций, вот вы можете видеть, 23. Сумма выигрыша на одну 955 174 сумма, это почти миллион. 23 выигрышных комбинаций. Дорогие друзья, как же классно. Почему я не сыграл? Задается вопрос такой. Шынды, дайм афсилана сіз илхом, лекен джекпот янады осты сізді, яны имканият барны, пакат сізді ойны штрокчыларыды, азиз юрташларымызды. Біз есі кенгі тираж үчін джекпот сумасын элан қыламыз. 159 миллион 995 600 сом деп белгіленді. 159 миллионов 995 600 сумов составляет джекпот на следующий 119 тираж. А вот сейчас самый кульминационный момент. Есть ли претензии по проведению розыгрыша председателя комиссии? Петро Зарьев. Кетер Ахмат, манышынды юқары кейфиятты біз кейінгі тиражның масус категориясты ойналадыған сумманы хамелон қылып қойшымыз керек. Ойысы 20 миллион сомны ташкел етады. 20 миллионов сум, дорогие друзья, специальной категории сумма джекпота. Да, вот бывают такие курьезные моменты, что-то раньше, что-то позже. Главное сделали, главное все было продиктовано, сказано. Остается только пожелать вам удачи, добра, здоровья и всего наилучшего. Оставайтесь с нами и верьте в удачу.
будет все хорошо. Албатта. Кейинги тираж гече озингизни эхтиёт қилинг, яна бир ҳафтага хайрлашамиз. Всего доброго. Саломат бўлинг.